Добрый день, мои хорошие, мои любимые. Итак, я сегодня покажу вам, что я делаю с горбушей. Для начала хотела приготовить на скорую руку ужин. Для этого сворачиваем пергаментную бумагу вот в такие лодочки. Лучше, чтобы эта бумага была коричневая, плотная, но у меня такой не было. Какая была, взяла белую. Туда кладем кусочками горбушу сырую, наполовину отваренный белый рис. И сверху на рис кладем помидорки, перец, на рыбу лимон. Можно варьировать разные овощи класть. Немного солим, перчим, поливаем растительным маслом и отправляем в духовку на 25 минут. Получается быстро и очень вкусно. Оставшуюся горбушу я решила посолить сухим способом. Солится рыбка быстро, на ночь ставите в холодильник, утром будет готово. Для начала нам нужно тушку распотрошить, сначала, естественно, помыли. Отделить от костей, я выбираю вообще все кости, чтобы было филе. Можно отделить и от кожи, я делаю по-разному, когда убираю кожу, когда нет. В этот раз я кожицу оставила. Можно также солить целым куском, но я сразу разрезаю порционно, чтобы потом этого не делать. И складываю в посудину нашу получившуюся рыбку. Дно немного просолю солькой, кладу, по слоям укладываю. Далее солю, перчу, кладу лавровый лист. Можно полить чуть-чуть маслицем, можно это сделать уже позже, когда будет рыба готова. Обязательно сверху ставим груз, либо банку какую-то сверху на тарелку, либо стакан, наполненный водой, чтобы он был потяжелее, и в холодильник. Вкусно получается малосольная рыбка. Если кто соли добавил, пересолил, можете просто ее промыть чуть-чуть, и будет просто замечательно. Всем приятного аппетита!